В отношении министра физической культуры области возбуждено уголовное дело. Олег Пивунов не выполнял налоговые обязательства, ездил в командировки не по работе и обеспечил двух своих заместителей квартирами. С 2013 по 2015 годы он был генеральным директором спортивного клуба «Южный Урал». Во время работы он не выплачивал страховые взносы, что принесло ущерб клубу в размере более 26 миллионов рублей. В 2015-2016 годах министр неоднократно организовывал собственные командировки за пределы области для участия в мероприятиях, не относящихся к его служебной деятельности. А в течение двух последних лет Пивунов обеспечил безвозмездное проживание двух своих заместителей и их семей в квартирах, арендованных за счет баскетбольного клуба «Надежда». Клубу был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.